Для Надежды Кирилловны Овсянкиной и Юрия Алексеевича Скрипкова эти фотографии как страницы жизни. Юрий Алексеевич – директор совхоза. Надежда Кирилловна – герой социалистического труда, в прошлом – бригадир в хозяйстве, сейчас на пенсии. 20 лет назад на базе трех слабых колхозов был создан в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области совхоз «Шопша». Многое сделано за эти годы. Выросло, экономически окрепло хозяйство, миллионные прибыли дает, участвовало в выставке достижений народного хозяйства СССР. В этих успехах немалая заслуга Юрия Алексеевича Скрипкова, сумевшего сплотить коллектив, нацелить его на достижение высоких конечных результатов. Плановые задания 11-й пятилетки совхоз выполнил досрочно в октябре минувшего года. Все ему здесь знакомо. Родом он из этих мест. В суровые дни Великой Отечественной Юрий Алексеевич добровольцем ушел на фронт, был истребителем танков, получил тяжелое ранение в ногу, вернулся инвалидом. Но выстоял, не сломался. Много забот у директора. Хозяйство специализируется на откорме крупного рогатого скота. И чтобы успешно выполнить напряженный план 12-й пятилетки, нужно вводить новые мощности. Нужно строить и строить. Путь выбран правильный на интенсификацию производства. В списке делегатов на 27-й съезд партии от коммунистов Ярославской области по праву стоит и имя директора совхоза «Шопша» Юрия Алексеевича Скрипкова.